ты ветерок. Ешь пешок, ветерок. Ты что ты боишься? А хочешь патефон тебе покажу? Смотри, как играли пластинки. Ну иди сюда. Идем, не бойся, это для нас. Смотри, как это патефон. Музыку раньше не слушали. А смотреть можно? Я аккуратно, ничего доставать не буду. Спасибо. Просто что написано. Это пластинка. Раньше такие пластинки ставили на этот патефон. Слушали музыку. Нарком тяжпром. Народный комитет тяжелой промышленности. Че ты, пошли давай походим. За нашу. Монетки, да? А сколько стоит? 150. Памятные, 150. С сегодняшним юбилеем? Ну, я имею в виду 100 лет же. Это юбилей. А, я понял, да, это про монеты, да, простите. А вы с сыном же, да, постоянно? С праздником. Сергей Яшин, спортивно-культурный клуб «Вместе». Тоже вот выступаем, второй номер у нас. Сейчас пока оглядываемся. Да, реконструкция, да. Это... Курнут как раз в 11 начало всего будет. Сегодня это без сына? Сегодня без сына? Ну, сейчас подъедет. Немножко. Ну, пока еще, да, пока только начинается. А можно вас попросить? Здравствуйте, с праздником. Можешь, да, поснимай, ничего страшного. Денис, а ты по флагу решил? Посмотрел? Они ушли куда-то. Пошли, сейчас будет, подожди. Ты что ты боишься, он не стреляющий? Что, запустите? Чандакар. Иди сюда. Это военный. Ты знаешь, самый лучший звук на как раз на грамм-пластинках, настоящее стерео. Ничего не понятно, про что поеду. Пойдем? Где? Везут парни с центров реабилитационных. Пойдем так вдоль этого пройдем. Как? Чаркин? Золотая труба всего Поволжья. Выпить? Вспомнил просто все это, про все это. По утру я тебе говорил. Ага. Ну, что ты там? Ну, сейчас пройдем, расскажем. Все-таки реконструкцию буду делать на первой школе. Yeah.
ядрить, колотить. Сказал, ты надо газон там найти, эту, братан, знаки. Пойдем в нашу площадку, посмотрим. Все на реконструкцию, да, идут. Ты еще сигаретами, прикинь, приподнял. Тихо, отставь. А? Нашли мы. Курение убивает. И самоуничтожение. Дарья. И очень веселая картина там. Никитка, Андрюшка, остановитесь. Остановитесь! Это самоуничтожение, то, что вы делаете. Опять шли, думали про вас и нашли вот эту гадость. Что, пойдем, может, познакомимся сами?